Здравствуйте, товарищи, братья, десантники и все другие военнослужащие, в общем, нашей дорогой и любимой Российской Федерации, Руси, России. Меня зовут Никита, мне 27 лет, я тоже служил когда-то в десантных войсках, в 56-й десантно-штурмовой бригаде начинал служить, это в Камышине под Волгоградом. Потом в другой части, 27 лет мне, посидел уже, седой волос, в общем. В общем, служба была интересная. Вот, в общем, сержант я, разведчик. Ну, в десант призывался как штурмовик, а потом уже в другой части уже был разведчиком. Неважно, в общем, ну, не особо это важно, в общем, служил, нормально, все прекрасно, замечательно. В общем, создал вот такое вот сообщество и производство. Свое производство сделал русского чая, Иван-чай ферментированный, высокое качество. Раньше на Руси такой только чай пили до революции, а потом поили Красную Армию, в общем, чай очень полезный, экологически чистый, в Тульской области сажаю, но там, где у нас нету никакой радиации, никогда не было у нас ее в моей местности, и, соответственно, предлагаю вам вот такой вот продукт. Русский Иван-чай, богатырский чай, славянский чай, царский чай. Пошел он еще давно-давно в этом, на Руси, как царский чай. Иван Грозный еще его начал, так сказать, продвигать по Руси. Поэтому начал называться Иван-чай. Пила его вся Русь до революции. После революции перестали пить, начали пить цейлонский, китайский и т.д. Заглушили нашу промышленность чайную, соответственно, и начали уничтожать наших людей. Ну, вы сами знаете историю, убивали, то есть, интеллигенцию, убивали военных, художников, творческих людей, деятельных наук, наших русских людей, и, соответственно, продвигали свою продукцию. Чай обладает множеством полезных свойств. Хер от него очень хорошо стоит, так говорят, кстати, все мои друзья-десантники, семейные там и т.д. для профилактики, лечения всех мужских заболеваний. Вам со скидочкой 1400 рублей вместе с доставкой до вас, если вы военнослужащий, тем более десантник, то 1400 рублей вместе с доставкой до вас от 1 килограмм высококачественного русского чая. От полкилограмма заказ, в принципе, вот в таких крафт-пакетах, вот пока наклейку не сделал, ну, у меня на других там пачках, я вообще оптом занимаюсь, у меня оптовики покупают в основном, то есть снабжаю компании, я сам засаживаю поля, сами собираем, сами ферментируем все, то есть оборудование специальное и т.д. Есть вот такие маленькие пакеты, ну, то есть объемы большие делаю, компании снабжаю, планирую выйти на объем вообще российский, по всей России, и на экспорт тоже, потому что в других странах нету нашего чая, и их можно снабжать, к примеру, арабские страны всякие, они очень любят чай, у них водку нельзя, и т.д. Америка, европейские страны, и мне, кстати, нужны, если что, партнеров дела, если вам интересно, если вы после армии, или же если вы уже закончили служить, то я могу вам создать свое предприятие, чайное производство. Дело, если правильно организовать, то оно очень прибыльно. Если не покупать китайское всякое оборудование, которое ломается, которое малоэффективно, то есть маленькая производимость, а если делать самому все, я вам могу помочь создать предприятие, соответственно, это вот от моих партнеров, здесь огромное количество целебных трав, первая страница, вторая страница, полезные свойства, описание, способ применения. Если, то есть, вы в курсе, что травами можно предохранить себя от любых заболеваний, внутренних органов, и вообще в целом там улучшить работоспособность мозга, омолодить организм. Вот сагандалия омолаживающая, психостимулятор, энергостимулятор омолаживающая, гинка белоба улучшает работоспособность мозга, начинает мозг намного быстрее работать. То есть есть специальные сборы, левзея вот спортсменами использовалась, выносливость повышает, физические силы, мышечную массу наращивает, силу наращивает, увеличивает силу, способ применения и т.д. Здесь много всяких очень полезных трав, профилактика от возникновения и лечения рака там и т.д., раковых опухолей, ну каких только нету вообще, от всех болезней, то есть травы. И сборы, специальный славянский сбор номер 1, славянский сбор номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, всякие различные славянские сборы для вас, для вашего здоровья. То есть там будет в описании написано под каждым сбором, какой сбор от чего лечит, от каких болезней предотвращает, от чего лечит там и т.д. Так
Вот, собственно, ну вот такие вот прямо сборы будут, их много будет специальных, созданных именно для вас, таких вот замечательных, прекрасных сборов для вашего здоровья, для здоровья нации. Здесь можете фильмы всякие смотреть, но я понимаю, что вам некогда особо фильмы смотреть. Ну, здесь вот фильмы, информацию читать всякую разную, патриотической направленности, соответственно, и т.д. В общем, можете читать. Так, по поводу предприятия создания, я могу вам помочь в своем городе, то есть где вы живете, вы можете также засеять поля там заброшенные или почти заброшенные, то есть освоить поля, засеять семенами чайными. Я вам все могу в принципе проконсультировать бесплатно, как это что делать, и у меня можете покупать оборудование по абсолютно низкой цене, но относительно, ну, дешевле, раз, наверное, в 20, чем китайское, и намного эффективней. Хорошее оборудование могу делать для вас, то есть, ну, реально хорошее производство, потому что рынок российский практически пустой, несколько компаний только, которые делают объемами больше 10 тонн. Европейский рынок вообще абсолютно свободен. Наша чай сейчас на данный момент почти не идет на экспорт, идет вообще чуть-чуть, совсем мало. А насколько я знаю, насколько я узнавал у американцев там и т.д., ну, у наших соотечественников, которые живут в Америке, которые живут в Эмиратах, рынок будет работать. Рынок будет работать, поэтому если вам интересно, можете заняться. Прибыльность дела хорошая, то есть можно зарабатывать и 100 тысяч, и 200, и 300 в месяц, и можно и больше зарабатывать, но можно и меньше зарабатывать, в зависимости от того, как вы, соответственно, будете усилия прилагать к такому делу, насколько она вам будет интересна, насколько вы сможете в нем пахать. Соответственно, в нем надо пахать. Это тяжелая работа, это тяжелый труд, в нем надо пахать. Именно пахать. Так, можете другие травы смотреть. И отзывы здесь вот всякие есть розничных клиентов. Отзывы. Вас тоже попрошу, если заказ сделать, будет тоже, что поставили отзыв. Так что, в принципе, как бы рассчитываю на вашу поддержку тоже. И как бы и вам польза, и мне польза. Что там, за место водки всякой гадости, отравы всякой в частях пить, заказали чай русский, наш национальный. Это реально здоровье. Это реально здоровье, то есть повышает выносливость, очищает организм, лечит желудок. Вот русский наш чай. Я и говорю сейчас не про сборы, которые в целом будут для всего полезны, и разные сборы, и просто ароматный, душистый, вкусный, либо полезный очень для того или иного органа, там, от той или иной болезни. Но это вы все можете у меня консультироваться и брать консультации отдельно по номеру 8-953-423-09-98 или здесь в контактах в группе «Славянские чаи», «Иван Чай», «Тула», «Новомосковск». Можете находить меня в контактах и, соответственно, писать мне. Все сертифицировано, с сертификатами, ГОСТами, хуёстами и т.д. То есть есть в пачках, если вам интересно просто быть розничным, так сказать, посредником, развозить по своему городу, я вам могу сделать очень хорошие цены на пачки, то есть пачки там с этикетками. У меня много партнеров, которым не могут предоставить всякие эти пачки красивые. В общем, если вам интересно, можете заняться. Или создать свое производство. Свое производство, я вам все могу помочь, в принципе. Если вам интересно. Но дело не одного года, то есть в нем нужно год за годом пахать, пахать и пахать. То есть если пахать, если выкладываться, то результат будет. Если нет, то, соответственно, не будет. Так что вот, собственно, и в частях будете здоровыми, будьте здоровы, то есть не содержит кофеина. Очищает организм, лечит желудок, улучшает мужские силы, предохраняет от всех мужских заболеваний, лечит сердце. Тем более, если со сборами всяким там шиповником и т.д., то вообще для сердца самое то. У нас же основная часть умирает в России от сердечной недостаточности, от инфарктов, от инсультов, от сердечной недостаточности. Если вы знаете, это основная часть наших жителей России умирает от сердечной недостаточности. Такой чай предохраняет организм от сердечной недостаточности. В отличие от китайских и цейлонских. Китайские и цейлонские чаи содержат кофеин. Китайские чаи вообще сейчас стали делать, то есть душистые, ароматные, с кусочками фруктов, но очень душистые. А почему очень душистые? На Дальнем Востоке у нас уничтожают землю нашу, вкачивают туда прямо в землю химию. И, соответственно, на этой химии душистой, ароматной растет вот этот чай.
химический. Его покупают, его хорошо покупают, но дурные люди убивают свое здоровье, убивают наши земли, которые становятся неплодородными на много-много лет. И деньги уходят за границу. То есть, ну, если вы, я надеюсь, на разумных людей, кто это смотрит видео. Поэтому офицеры, сержанты, кто смотрит, покупайте, поите своих бойцов, собирайте с них деньги и делайте закупки, поите их хорошим чаем. И сами пейте хороший чай. Буду я вам очень благодарен. Будет здоровье у вас огромное. Друзьям своим рекомендуйте. Друзья, кто если ваши купит, то я вам процент от этого заплачу. Как бы сказал, что там вот мне друг там порекомендовал вот мой. Я, соответственно, вам за эту процент заплачу на карточку. Прям Сбербанк хуяк, сразу деньги. Так, какие у него еще полезные свойства? Мужские силы улучшают, ароматный, душистый, намного вкуснее, приятнее, чем вот эти всякие чаи цейлонские, китайские с кофеином, вредные, которые сердце разрушают. И адаптирован под нашу акклиматизацию, он очень повышает иммунитет. Вот в Красную армию, во время Советского Союза Красную армию поили, чтобы бойцы более выносливые были. Более выносливые, более живучие. У него генетика хорошая. У этого чая очень хорошая генетика. Он произрастает не только из семени, а... Но и из многолетнее растение растет из корня, то есть зиму корень в земле пробыл и на следующее лето опять вырос. То есть это очень сильное генетическое растение, ну, многолетнее, оно по 6-7 лет растет из корня, плюс из семян еще растет. То есть это очень сильное растение, и вот эту силу, вот эту стойкость, вот эту силу она передает человеку, и человек становится более сильным духом, более отважный, более выносливый и т.д., более мужественный. Поэтому я советую всем мужчинам пить этот чай, и женщинам тоже советую чай, и кто похудеть хочет, тоже советую. Он нормализует вес, то есть помогает похудеть, реально избавиться от лишнего веса помогает, то есть от него люди худеют, хер сильно стоит от него. Женские, ну, для женщин, если кто-то смотрит из женщин, то снижает вот эти менструальные боли там, менструальных циклов, потом, ну, немножко имеет эффект омолаживания. Хотя здесь есть у меня травы более такие для омолаживания организма. То есть девушки используют, если кому-то жене там или подруге там надо, девушки используют как натуральное косметическое средство. И вот как раз славянки наши до революции, еще даже до царской Руси, наши славянки, когда еще были родноверами, так сказать, использовали этот чай как натуральное косметическое средство, накладывали маски из заварки влажные, то есть, и это все вытягивало, высасывало все гадости из кожи и питало кожу, поэтому такие все румяные девушки были, красивые и т.д. Мужчины, воины русичи, древние Руси, они использовали его после войн, после сражений, порезы и т.д., раны, прикладывали чай, и он очень быстро заживлял все раны, ранения, порезы, и обеззараживал, то есть не заражалась кровь от этих порезов, ран там и т.д., и быстрее заживало все, и не гнило, то есть мясо. Вот, собственно, вот так вот использовали этот чай. И это реальный факт, то есть, собственно, вот самый полезный чай в мире из классических, традиционных. А целебные сборы будут еще полезны. В день, если выпивать 1-2 литра такого чая, то проживете больше 100 лет. Помогает избавиться от курения, от алкоголя, после похмелья сразу проясняет сознание, перестает голова болеть и т.д. Всем советую, рекомендую. Ну, в общем, вот так вот. Делайте заказы, дорогие мои служащие, военнообязанные, контрактники, те, кто уже отслужил, и все другие люди, кто смотрит это видео, девушки, женщины, дети, товарищи, братья, сестры, соотечественники и соотечественницы. Делайте заказ, дорогие мои. 8-953-423-09-98. Зовут меня Никита. По всем вопросам, консультациям, заказам там и т.д. Отправка вам почтой, если оптом большим, то транспортной компанией, в любые регионы страны, в другие СНГ, ближайшие страны, без проблем. То есть все честно абсолютно. Передавайте видюх по своим братьям. Все, в общем, по всем вопросам номер дал, звоните, делайте заказы.
добавляйте в группу, приглашайте друзей. Кнопка вот. Следите за обновлением, товарами. Как ассортимент будет пополняться. Вот здесь в товарах разный ассортимент. Все всегда в наличии. Ну, почти все всегда в наличии всех трав, сборов. Ну, сборы всегда будут в наличии. Так, ну ладно, все, спасибо. Спасибо за внимание. Кто дослушал до конца, тот... тот прекрасный, замечательный человек. Все, до связи. Ваших звонков, заказов и т.д. Mm-hmm.